Бендеровидение. Вы не ослышались. Именно такой творческий конкурс провели для отдыхающих в летнем лагере «Солнышко» при второй гимназии. О маленьких талантах наш следующий сюжет. Уроков и домашек нет. Но даже в каникулы не стоит радикально менять режим и уклоняться от спорта. Лагерь «Солнышко», территория детской дисциплины, органично сочетается с радостью. Трехразовое питание в этом году. У нас есть 12 спален, организованы комнаты для отдыха на случай, если будет дождь. И каждый день ярко насыщен мероприятиями. В этом году мы спланировали так работу лагеря, что было очень много мероприятий спортивного характера. Это и открытие малых олимпийских игр у нас проходило, и всевозможные веселые старты, соревнования, дартс, боулинг. Как и положено в лагере, завтрак, построение, зарядка. Сегодня день именинника. Поздравляют маленьких близнецов Ираков, чей день рождения выпал на июнь. В лагере их 15. Каждому коллективное поздравляем и концтовары. Витя Зубков отмечает день рождения в День России. С друзьями отвечать. С моими друзьями отвечать на каникулы. Я уже была в лагере. И уже отмечала день рождения? Да. Хорошее. Где интереснее отмечать день рождения, в лагере или дома? Не знаю. Наверное, с друзьями интереснее. В честь именинников уже несколько лет подряд организуется бендеровидение. Раньше это мероприятие называлось «Вечер музыки и пародий». От каждого отряда творческая бригада с концертным номером. В отряде «Муравьи» 6 июньских виновников торжества. Двое из них выступают на бендеровидении, поздравляют себя и других. С подачи третьей участницы Арины выбрали танец «Малявка» из репертуара коллектива «Ювента». Нам сказали, что мы молодцы, и все было хорошо, нам сказали, что будет этот танец. Мы вчера очень много репетировали. Мы очень сильно репетировали, мы очень устали. Мы очень боялись на выход. На сегодняшний день мы почти все забыли утром. Я все слова. Но я подправилась. А это финская полька «Славных зверушек» от Эмилии, Полины и Ани из отряда «Витамин». Сегодня мы танцевали для нашего отряда танец «Холли Долли». Сколько репетировали? Мы репетировали этот танец один день. И утром еще порепетировали 3 раза. Поздравляю всех именинников, которые родились в этом месяце. Они гримируются, находят варианты фонограмм, репетируют. Вчера с Ириной Ивановной, учителем музыки, окончательно определились с папкой, какие будут песни. Я утром пришел пораньше подготовить аппаратуру, я видел, как они готовились. Господи! Каждый пытается доказать, что она знает как. Движение – это только первые, вторые, третьи классы. Так должно быть, потому что сегодняшние дети наши, они знают все о фестивалях, и поэтому делают все возможное. 116 воспитанников лагеря из 6 отрядов каждый день проводят время ярко и продуктивно. На этом шоу нет голосования и оценок, все безусловные звезды. Бендеровидение плавно перешло в танцевальный марафон. Взрослые поддержали детей.